Чтобы разместить все его полотна, не хватит и двух выставочных залов. За три десятка лет Александр Седов написал несколько сотен работ. Традиционно на персональной выставке он представляет лучшие плоды своего творчества. Вернисаж от холста к дереву. Каждый труд уникален неповторимостью тематики, жанра и варианта исполнения. От графитового карандаша до масляных красок. Преимущество художника дает портретным изображениям. Есть пейзажные и урбанистические композиции. Александр Николаевич этой выставкой, не то чтобы он подвел какой-то итог, а он постоянно работает. И работает над собой, работает в разных техниках. И то, что он вот выдаст на гора сегодня, ну никто даже не подозревает. И не зря эта выставка имеет название «От холста к дереву». Это то, что еще раз подчеркивает его поиск постоянный с материалом, с техникой. Совсем недавно Александр Седов принял участие в межрегиональном пленэре «Югорская академичка», где художники со всей России, вдохновляясь живописными видами нашего округа, на открытом воздухе создавали произведения изобразительного искусства. Конкуренцию лангепасскому художнику составили опытные мастера-кисти из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Ярославля, Тюмени и других городов нашей страны. Но талант Александра Седова оказался непревзойден. Он занял первое место, обойдя всех своих соперников. И сегодня принимает поздравления за заслуженной победой. Сколько я там времени трачу на эту работу. На самом деле, не важно, сколько я трачу на это время. Самое главное, что вы сегодня сюда пришли и не сказали там, что я потратил зря время, да? Что сюда пришел, лучше бы дома просидел, чашку кофе хорошего выпил и кино посмотрел. Вот. Это, наверное, для меня самое главное. Если вы посмотрите, потом сделаете определенные выводы. Искусство – неотъемлемая часть жизни Александра Седова. К слову, он является членом Союза художников России. Живопись, по его мнению, это не просто владение кистью или умение правильно подобрать цветовую палитру, а нечто философское. Также художник убежден, в живописи главное не то, в каком направлении ты пишешь, а насколько умеешь отобразить внутреннее содержание предмета. Александр Седов давно вошел в историю лангепасса. Горожане запомнили его как человека, который первым рисовал на полотне настоящей нефтью. Его имя на слуху даже у самых юных жителей города. Ну а для тех, кто пришел на открытие выставки «От холста к дереву», он самый настоящий кумир. Успеть посетить экспозицию, вдохновиться произведениями изобразительного искусства сможет любой желающий. Она будет работать в течение месяца. Любовь Шитова, Андрей Бучинский. Специально для новостей.